Я узнаю правду потом. Подождите, давайте не спойлерить, но как бы так, пообщаемся, не спойлеря. Если я неправильно выполнила этот квест, вообще, Вова, вот я тебе больше доверяю, больше всех. Ты делал этот квест? У тебя так же все было? Скажи мне, или по-другому? Вообще, узнаю ли я правду, если я сделала так? Для этого есть другие сайты. Да ладно, я не собираюсь тут ничего такого делать. Черт, мои глаза, Фанкрэш, я прочитала. Как я буду дальше жить? Я всего лишь 20 раз смотрела Титаник, и я до сих пор не знала этого. Ужас. Люсь, хочешь прикол? А он тебя не хочет? Хочешь написать? Ну давай, хочу. Нет, он оставил ее. Я делал квест, я думаю, ты узнаешь правду, но я не убивала садиста, я разрешила ему насиловать женщин, да... Что? Вова, ты чё, соучастник его? То есть ты узнал, кто настоящий убийца, я правильно понимаю? Вова назвал Бэтмена чмо, и игра намертво повисла. Ладно, ребят, у меня тут серьезный момент. Я сделал свое дело. Теперь твоя очередь. Вова, скажи мне только одно. Ты узнал, кто настоящий убийц? Вот увидишь, я выхожу ее лучше, чем... А, все, все. Она уже начала говорить. Я не сюрприз. Правда? Профессор фон Грац говорит, что рано зажигает на них контроль. Миша, 183. Hello from Russia. Может, она даже сможет вернуться к Пине когда-нибудь. Пока мы попробуем выступать дуэтом. Присыла будет играть на лютне, а я петь. Лютик и уточка-цыранка. Хорошо звучит. Очень хорошо. Тогда это и поправится. Удачи, Лютик. На сцене и вне ее. Ну вот, задание дополнено. Выполнено. Задание выполнено, все норм, ребят. Вы чё? Так, я как раз-таки против спойлеров, я хочу играть сама, просто люди мне сами начинают писать, я бы даже не узнала бы об этом, что я неправильно этот квест сделала. Я как раз сама-то и хочу играть. Я Бэтмена стал оскорблять, унижать, назвал чмом, он взял завис. Да я это уже поняла. Я это пропустила. Зачем? Чтобы он был модный. Смотри, какой он классный. По-моему, ему так больше идет. Фу, Бэтмен еще и зависает. Я так и знала. Так и знала, что там кривая игра. Потому что это самая нормальная прическа. Так, скачки. Я уже говорила, что скачки это самое вообще кривое, что есть в этой игре. Говорила. Ладно, сейчас я все равно хочу на них сходить. Просто нужно быть жестче в плане таких людей. Да я вообще не могу быть жестче. Как я могу быть жестче, если я не жесткий человек? В общем, если это был не настоящий убийца, значит, он еще убьет кого-нибудь. Я в этом уверена. Одежда тебе его еще не нравится? Ну, начинается. О, смотрите-ка. Погреб.
А нафиг эту публику. Опять я сделала этот дурацкий прыжок. Сало, водка, горилка. Фан Крэш, ты с Украины, что ли? О нет, Ром, у тебя фантазия слишком бурная. Не надо нам такого Геральта. Thank you very much. Ща будут крутые скачки. А я теперь из-за всей этой ситуации на Украине, возможно, никогда больше не смогу туда съездить. Мне обидно. У меня все детство, интересно, между прочим, там прошло. Если хватит денег на вступительный взнос, есть собственная скаковая лошадь. Почему бы и нет? Только решай быстрее. Сейчас начнется. Вова, он у меня... Сейчас. Он у меня значится как пройденный квест. Провален, вот у меня один только. Так. Да что ж такое? А почему они не по порядку-то идут? Я просто не помню, как этот квест называется. Подожди, а может он у меня вообще продолжается? Нет, у меня его нету. Russian voice are beautiful too. Почему не сможешь, милости просим? Так у меня там куча родственников вообще, друзей и так далее, но туда даже не съездить сейчас, понимаешь? Меня, например, не пустят просто-напросто. И там опасно. Твоим соперником будет Декки. Я вывел его сообщение наверх, чтобы Люси не увидела, что там было, ё-моё. У меня там две подружки. Да, грустно это все. Там спойлер был? Этот Kick-Ass Whis PS4 никак не успокоится. Обязательно надо все заспойлерить. Все-таки он написал свой спойлер, да? Признавайтесь, ребят. Люсь стреляет только в некоторых... Я с трассы сошла! Фак! Ну... Конкретно в Киев я раньше ездила. Киев, Полтава, Бердичев. Спасибо, Вов. Ну да, зря он так делает. Еще? Еще один круг. У меня конь устает. Yes. Нам кот красавчик. Ну да, молодец. Неплохо. Однако не будем обманываться. У тебя не было серьезных противников. Спокойно могут приехать мужчины от 45 до и выше лет.
Вот, я собиралась поехать, но я узнала, что туда не пускают. Фан-крэш! Потому что так конь скачет быстрее. Если просто зажать кнопку, то он как бы так медленно скачет. А если ты стучишь, то быстро. В Киеве не стреляют. Но все равно опасно. Да? Ну ты меня успокоил. Вот в Бердичеве у меня вот все детство прошло. Вообще в Украине природа очень сильно... Так, мне надо еще поехать. Природа очень сильно отличается от того, что у нас тут в Питере. Там же климат такой более сухой. Совершенно другие, другая погода, другие животные и так далее. Твоим соперником будет Виконт Роннер. Вот, я очень любила туда ездить. Виконт состязает сын. Женская логика. Поэтому прошу не как обычно. Ну да, новости это все. Ну ладно, вот я зажму кнопку, ребят. Ну. Вот, это с зажатой кнопкой, видите? А вот если я по ней стучу. Офигеть, и вы еще говорите, что у меня что-то с логикой. Если я по кнопке не стучу, то вот энергия лошади, вот эта, она даже вообще не тратится. Блин, трасса другая! А-а-а! Ёкарны! Извините. А вы что, слышите, как я стучу по кнопке? Надо энергию накопить. А ну стой, гад! Клацнуть два раза и держать. Спасибо, ребята. Все, не буду мучить ваши ушки. Нет. Где финал-то, ёкарный бубай? О, отлично. Если приедешь, я тебя свожу в кафе. Да я там все достопримечательности на это знаю. Поздравляю с блестящим. Спасибо. Это не GTA, а классно два раза. Договорились. А что происходит-то, я не пойму. А есть такая страна, где таких, как ты, побольше? Мне нужно сколько раз-то в скачках поучаствовать? Вот, блин, деревня. Чем больше девушку мы кормим, тем больше нравимся мы ей. Отличная поговорка. Главное, правда. Что делать-то? Расскажи мне о скачках. Я самого не хочу слушать. Обычно все наоборот. Короче, мне надо всех обыграть, я так понимаю. Иду я Геральдом третьего уровня. Ты вообще его качаешь, Ром? Сколько он у тебя будет третьего уровня? Встречаю толпу 13 уровня. Ну-ка дальше что? Ты не все достопримечательности видела, я покажу. Самые лучшие места. Ладно, если поеду, я тебе сообщу об этом обязательно. Все кончилось грустно. Фух, ну так намного удобнее.